Как известно, Новый год нужно встречать без долгов. Если вы не успели оплатить задолженность по налогам, у вас еще есть время это сделать. Тем более, что оплата налогов – это обязанность каждого гражданина. Исполняют ли славянцы свой долг перед государством, разбирались наши корреспонденты. Оплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог за прошедший 2014 год необходимо было в срок не позднее 1 октября нынешнего года. Но, к сожалению, на данный момент времени не все граждане оплатили начисленные суммы налогов. Сотрудниками Межрайонной налоговой инспекции номер 11 по Краснодарскому краю совместно с представителями администрации городского и сельских поселений, службой судебных приставов разработан план по сокращению недоимки. Проводятся выездные межведомственные комиссии, рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженности, в том числе за счет средств имущества должников, удержание заработной платы или пенсии, списание денежных средств с банковских расчетных счетов. На минувшей неделе 4 декабря был проведен рейд по взысканию задолженности с индивидуальных предпринимателей. Так, у должника-предпринимателя Ольги Потейко, у которой в собственности продуктовый магазин по улице Ленина, 95, путем составления акта описи ареста арестованы витрины и стеллажи на сумму 56 тысяч рублей. У должника Ольги Штонда, собственника магазина «Флора и фауна» по улице Совхозной, 98, общая задолженность по налогам свыше 78 тысяч рублей. В ходе рейда у нее арестованы декоративные предметы для использования в быту, а также живые цветы на общую сумму 55 тысяч рублей. Должникам-предпринимателям настоятельно рекомендуется погасить все свои налоги в установленный законом срок. В случае неоплаты данное имущество будет передано на принудительную реализацию. Я хотел бы обратиться с такой просьбой, чтобы Новый год встретить хорошо, и он был хорошим, удачливым. Как известно, надо войти в него без долгов. Нам бы не хотелось применять предусмотренные законом меры воздействия, обращаться в суды, обращаться в службу судебных приставов, производить аресты. За эти суммы, которые не вовремя уплачены, начисляется пеня. Очень бы хотелось, чтобы все эти должники исполнили все-таки свой долг и, как говорится, заплатили налоги и спали спокойно. Чтобы узнать, есть ли у вас задолженность по налогам, а также получить квитанцию на оплату имеющейся задолженности, необходимо обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы номер 11 по Краснодарскому краю по адресу: город Славянск на Кубани, улица Красная, 7А, кабинет номер 11, или в территориальное подразделение инспекции в станице Полтавской по улице Коммунистической, 189, кабинет 106. Напоминаем, прием налогоплательщиков осуществляется каждый рабочий день недели, а также в субботу 19 декабря. Уважаемые жители, исполните свои обязанности перед государством. Станьте добросовестными и ответственными налогоплательщиками. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».